Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать, как же отключить ограничения по загрузке приложений игр в App Store через ваши сотовые данные. Начнем с того, что когда вы перейдете в App Store, выберете какое-то там приложение для себя скачать свыше 150 мегабайт, вы не сможете его скачать, потому что будет стоять ограничение. У вас просто появится темная иконка, но загрузки не будет. Но чтобы решить данную проблему, вам нужно будет перейти в настройки основные и изменить дату и время. Дату и время нужно будет изменить, убрать с автоматического, выбрать где-то на месяц назад. И только тогда, ну как минимум месяц назад, и только тогда у вас загрузка пойдет. То есть здесь у вас будет иконочка черненькая, нажмете на нее и пройдет дальше загрузка. Я не знаю, с чем это связано. Но ограничения все-таки они поставили. Она вот таким способом простым снимается. Один простой способ. Если вам понравилось видео, сами знаете, оценивайте его сами, как вам пожелается. Оставляйте ваши комментарии, делитесь, мне это очень важно. Прожимайте колокольчик, чтобы не потом не пропускать мои новые видео. Также не забывайте подписываться на мои соцсети, ВК, Инстаграм. Ссылка будет закреплена в комментарии под видео. Так же, как и это все описание. Всем пока!